Добрый день всем. Находимся в Витязево, хутор Песчаный. Здесь продается дом 76 квадратов, точнее 1/2 дома, 76 квадратов. Участочек покажу, тоже есть небольшой. Начнем с санузла. Котел электрический, насколько я понимаю. Да, у них газа пока нет. Вот такой вот санузел. Мебель здесь не входит в стоимость, то есть плитка везде уложена, только сам дом. 2000, получается, 15 года, сказали, 2 года он как построен. Красивые потолки сделаны, оформлено все, в принципе, достойно. Это зал, получается, кухня, газ у них сейчас баллонный. Так. Вот это. И две комнаты. Обойки. Здесь потолочек, по-моему, тоже натянут. Да, натянут. Люстры тут нет. Лампочка. Батареи стоят, но я, честно, не знаю, на чем они. Скорее всего, электрический котел, который мы там видели, им подтапливается. У нас еще тепло, особо ничего не работает, ну как бы не надо. Ну, такой вот зал со всех сторон, прихожая, получается, кухонная зона вот так вот отделена. Вот там раковина, холодильник, вот и все. Мелочи-то я увидел оттуда с улицы завод. Здесь тоже под АГВ подводка есть, газ должен, как придет, значит, все запустится. Дверки хорошие. Здесь в комнатах и в той ламинат на полу. Тоже натяжной потолок. Еще такие недоделки. Лампочки висят, да ладно. Ну, люди здесь уже вовсю живут. Вот такой вот домик. Сейчас будет еще вторая часть видео. Выйду во двор, сниму. Вода, электричество, все подключено официально, все центральное. Итак, участочек. Всего получается под общим домом тут 5 соток, а этот участок, ну, под домом получается 2,5 сотки, сам дом. То есть, тут такой уголок классный, я бы его застеклил бы, сделал бы еще большую прихожую. И, ну, вот он сам участок, забор. Нахождение рядом буквально минута до конечной 114, чтобы вы понимали примерный район Песчаного. То есть в любое место можете спокойно сесть и уехать. Так, так что вот как-то так. Есть желание, пишите. Ночью, да, приехали сюда. Я выиграю. Тихо, хозяева спят пока. Продаю дом. На самом деле все официально, хозяева, они, то есть, и хотят продать свой домик. Так что, если надо, обращаемся. Может, кто-то ищет из ваших знакомых. Будем также благодарны, если вы поделитесь этим видео в своих соцсетях, сделайте мне помощь. В общем, мое начинание, надеюсь, и в ваших, как говорится, страничках тоже одержит свою поддержку. Буду вам, в общем, благодарен. Я очень сильно волнуюсь. Вот, не знаю, столько уже видео снял, больше 600 у меня на канале. Вот что-то вот второе видео заходит так тяжко. В общем, все. Всем пока-пока.